Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий» програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях президент Федерації бодібілдингу і фітнесу і бікіні Дніпропетровської області, віце-президент, член виконкому Української Федерації, суддя міжнародної категорії Валерій Пархоменко. Валерію, вітаю. Якими видами спорту займалися в дитинстві? Розкажіть, будь ласка. Доброго дня. Я вітаю всіх прихильників спорту, а також бодібілдингу. В дитинстві я займався різними видами спорту, такими як бокс, плавання. І після того, як тренувався боксу, це був зал біля Озерки, такий знаменитий богатир, мені потрібно було набрати віз. І я пішов, як тоді казали, в качалку, в підвальне приміщення займатися бодібілдингом. Прийдя в спортзал бодібілдингу, це було підвальне приміщення, атмосфера була своєобразна. До речі, скільки років вам було, коли ви прийшли у бодібілдинг? Зараз скажу. Это был 93-94 год. Это, получается, мне где-то лет 16-17 было. Я решил, что немножко подкачаюсь и вернусь обратно в бокс. Как бы меня увлекал этот вид спорта. Мне просто надо было массу набрать, я весил 60 килограмм. 58-60 килограмм, как бы очень легкий, да, и когда были спарринг-партнеры чуть больше меня, то мне было незручно, так можно сказать. Но та атмосфера, которая была в этом зале, те ребята, которые занимались уже более профессионально, подружившись с ними, я уже не смог никуда уйти. Я остался там. До речі, тоді вид спорту у Радянському Союзі мав назву культуризм, так чи ні? Да, так. З чим це пов'язано? Культуризм в СССР в цілому був одним видом направлення спорту. І бодібілдинг в Америці і Європі чуть-чуть был развит более масштабно, более профессионально, так сказать, да, раскручено, брендовано. И когда наша федерация, еще тогда Советского Союза, вступили в тесный контакт с Европейской Федерацией, с Американской, провели соревнования, были первые соревнования в Америке, СССР, США. Какой это был рік? Это был 88-89 год. То мы вступили официально уже в состав Европейской Федерации EFBB. То есть в Европе и в мире официально была назва бодибилдинг. Да, культуризм был в СССР. А, до речі, в СРСР коли розпочався розвиватися цей вид спорту, якщо у вас є така інформація? Ой, вы знаете, очень, очень давно, это где-то 67-70-е годы. І у нас, непосередньо в Україні, і в Росії. Тоді на міжнародні змагання, мабуть, спортсмени не їздили, а виступали тільки от у себе вдома. Ну, окремо були обласні соревнования, був чемпіонат Союзу. Більше всього соревнования происходили, да, внутрі СССР. Тобто тільки внутрішні були, да, змагання. Да, да. Які зміни відбулися у 90-ті роки, коли Україна стала незалежною державою, вже у бодібілдингу? Як він став розвиватися? Ви, до речі, стояли на початку цього розвитку. От, розкажіть, будь ласка. Ні, тоді я ще не стояв на початку. Я був молод, я смотрел на все это, учился, занимался с ребятами, а вот в нас в соседней області почетный уже президент Украинской Федерации Андрей Долгокир находится. Вот они тогда начинали развитие уже украинского бодибилдинга. И те люди, которые начинали это развивать, они еще выступали в Советском Союзе. Они понимали специфику этого. И вступив уже независимо в федерацию европейскую, уже, как получается, была украинская сборная по бодибилдингу, подписали документ, мы официально стали еще одной командой европейской, и на тот момент уже собирали сборную, чтобы могли выступать наши спортсмены на чемпионате Европы и на чемпионате мира.
Эта команда были, конечно, небольшие. Это из 3-4 спортсменов, которые друг другу помогали, там добирались на соревнования за свой счет, тренировались точно так же, все своими силами. Но с каждым годом, с каждым турниром наши спортсмены стали завоевывать призовые медали. Команды становились все больше и больше. И вот по истечению определенного времени я могу уже с уверенностью сказать, так как я уже там 10-12 лет нахожусь судьей международных соревнований и вижу тенденцию нашей команды, мы в первой тройке. Мы сейчас постоянно делим командное первое место с российской сборной. Или мы первые, или они. И привозим золотых, серебряных, бронзовых медалей в количестве там, 25-30 із, грубо говоря, там 40 учасників. А до речі, ваші особисті досягнення, от як спортсмена, і коли ви вже припинили свої виступи, готуватися там до якихось змагань і вирішили стати все ж таки функціонером, або взагалі у вас. Ну, расскажите, пожалуйста, я расскажу, я предысторию расскажу немного, как это все случилось. Занимаясь, опять-таки, в этом подвальном, так говорится, тренажерном спортзале, тогда был «Спарта», мои знакомые, а потом такие, я стал кумом, товарищи мои, они ушли более профессионально заниматься этим видом спорта, бодибилдингом. Я ушел в бизнес. Но, видя тенденцию немного не развивающийся в Днепропетровской области, да, нужен был все-таки свой судья, который мог бы представлять Днепропетровскую область на чемпионате или Кубке Украины, точно так же дальше представлять на чемпионате Европы или мира. Я с ними ездил по местным соревнованиям. И, видя это все со стороны, мне предложили возглавить Федерацию Днепропетровской области. Были поставлены условия, чтобы я провел областные соревнования, посмотрят, как я это сделаю. И в дальнейшем будем сотрудничать, работать. Какие это был рік? Это был 2011 год. Мы тогда совместно всей командой, это были уже на тот момент призеры чемпионата Европы, призеры чемпионата мира, Арнольд Классик, это Андрей Шарапов, Андрей Коляда, Сергей Гейс, Анатолий Кудлай. Мы организовали, был период, в последний раз Украина проходила в Днепре в 2004 году. После этого соревнований в Днепропетровской области не было вообще. И в 2011 мы совместно делаем первый Кубок Днепра. И смотря на то, как ребята, спортсмены, очень тяжело, когда спортсмен, да, на диете, на подготовке, он функционирует, ну, не может заниматься теми вопросами, надо поехать, надо трансфер организовать. Да? Организация змагань, да, змагань, не хватает у них времени. И пришлось взять это в свои руки и продолжать это делать. А не было у вас бажання стати тренером, до речі? Над цим не думали? Бывают такие моменты, но вы знаете, я корректирую. Относишься трепетно, да, когда на сцене стоят твои подопечные, а бывали такие моменты, когда не подопечные, но пишут тебя тренером. Я потом подходил и говорил: ребят, не надо этого делать. Вы думаете, что, услышав мою фамилию, что я ваш тренер, судьи как-то, это как-то повлияет на оценку, на ваш балл, этого не будет. Потому что мы смотрим и судим не того, кто вас подготовил, а вас сейчас в данный момент на сцене. Тобто ви розділили і все ж таки обрали роль функціонера? Повністю роль функціонера, да, я можу десь коректувати. У нас в спортзалі безплатно проходять семінари, проходять тренування. Я можу підходити, щось підказувати, розказувати, але непосередньо бути від і до тренером – це має займатися професіонал. Як говорив коли-то професор Преображенський, кожен має займатися своє діло. Врач має лічити, дворник – місті. Точно так же я займаюся іменно повністю всіми організаційними питаннями, а ті ж ребята, які зараз вже стали чемпіонами, у нас вже є і проатлети в нашій Дніпропетровській області, вони можуть це через себе пропустив, краще підготовити спортсмена. Ви стали керівником, організатором руху бодібілдингу в Дніпрі і в нашому регіоні у цілому. Вам це подобається? Вдається сприяти розвитку обраного виду спорту? Ви знаєте, так, часто задають питання,
и по клубу точно так же, и по этому виду спорта. Зачем, как, что тебе это дает? Я говорю, вы знаете, это хобби. Мне ничего это не дает, и где-то в каких-то моментах это, наоборот, расходы. Это идет финансирование с личных средств. А коли виїжджаєте обслуговувати змагання в якості судді, якийсь, є у вас гонорар за це? Нет, гонорара нет. Міністерство культури, спорту. А з боку організаторів, які запрошують? Я зараз немножко розкажу про це. Получается, якщо ви приїжджаєте судді там, чемпіонат міра або чемпіонат Європи, або Арнольд Класік, на чемпионат Европы, чемпионат мира министерство оплачивает сборникам, тех, кто включены в сборную команду Украины, и судьям, функционерам, которые представляют будут. Это перелет и проживание. На такие соревнования, как Арнольд Классик, Даймонд Кап или другие коммерческие турниры, перелет, проживание и еще взнос судейский платим мы сами. Ну, зрозуміло. Як вважаєте, бодібілдинг достатньо розвивається в нашому регіоні, достатньо клубів? Наприклад, я особисто знаю фітнес-центр Flex DFBB. От які клуби зараз пропонують якісний фітнес? Взагалі багато їх у нас в місті? Ну, ви знаєте, іменно професіональних клубів, от як, наприклад, є в пауерліфтингі спеціально определені тренажери, спеціально определені помости. В бодибилдинге такого нет, как бы нет такой необходимости. Но выбирая спортзал, там должен быть такой набор тренажеров, чтобы можно было прокачать все группы мышц, а не только, знаете, как сейчас открывают модные красивые фитнес-клубы с телевизорами, там, с красивой подсветкой, все остальное. Но тренажеры, когда ты начинаешь нагружать блинами, они трещат, звенят, и боишься, чтобы он не рассыпался под тобой. Есть и такие, увы. Популяризация идет, фитнес-клубов, как вы видите, у нас в городе открывается много, но вы понимаете, это затратный вид спорта, и очень затратный, начиная от питания, которое вы определенное, да, это идет там те же яйца, это идет курка, индейка, филе, ну, рис, и заканчивая спортивным питанием, это те же витамины, это тот же протеин, который с курсом доллара, евро вырос в цене очень набагато. И спортсменов, чтобы подготовиться профессионально, у него идет большой расход. Клуб оплати, тренера оплати, питание подготовь. И это начинает бить по бюджету. Многие в семье начинают задаваться вопросом, зачем это тебе надо, какая отдача от этого, что ты приносишь, да, в семью, там, съездив на турниры. Это. А в итоге особо ничего. Медаль, грамота, кубок. Поддержка и финансирование государства точно так же нет в той должной форме, как бы хотелось. Но мы развиваем, популяризируем, находим средства, ищем спонсоров, как-то помогаем тоже ребятам по подготовке на чемпионаты. Багато хто зі спортсменів потім може рекламувати якісь продукти. Спортивне питання, спортивну одежду. Да, у нас зараз є такий перспективний спортсмен. А представниці бікіні авто можуть рекламувати, так? І таке, да, і таке є. Я ж говорю, зараз Михайленко Євгеній дуже такий прогресивний спортсмен. От дійсно, знаєте, вирос на глазах. Він прийшов в цей спорт, якщо мені не зміняє пам'ять, в 14-15 годах. И за 3-4 года он из любителя Man Physique стал профессиональным бодибилдингом, бодибилдером. И сейчас у него есть контракты с определенным видом питания, там польские фирмы, европейские фирмы, с некоторыми брендами вещей спортивных. И ему уже намного легче подготовку делать, уже его спонсируют, уже что-то помогает ему по тому же питанию, то, что он запрашивает. Да, не так, как бывает, у нас еще такая помощь, прислали спортивное питание, которое ему не надо, или спортивное питание, которое уже срок годности подходит. А еще бывали у нас такие случаи на других областных соревнованиях, когда видишь, выносят подарок, да, спортивное питание. А вы хоть посмотрите, что кому вы дарите. Мужчинам дарят женский протеин, а женщина мужской. До речі, от восени 2019 року у нашому місті пройшов черговий Кубок Дніпра. Які підсумки цих змагань?
Вы знаете, это был отбор на чемпионат Украины, который пройдет 25-26 октября в Киеве. И также был отбор на Кубок мира, который пройдет в Испании в первых числах ноября. Я могу подытожить это хорошей подготовкой спортсменов. Уже уровень за столько времени вырастает. У меня есть пример, когда спортсменка пришла просто в ДК «Машиностроители» посмотреть соревнования, но так загорелась этим, увидев девочек, как они готовятся, как они все, пришла в спортзал, нашла себе тренера, стала готовиться и через 3 года стала опять-таки проспортсменкой. Она выиграла областные соревнования со временем, чемпионат Украины, поехала на мир, на Европу. Вот этим мы и живем, вот этим мы и гордимся, что проводя областные соревнования, мы находим потенциальных... Нових спортсменів, да, нових, да, учасників цих змагань. А от наші спортсмени і ви особисто виїжджаєте за кордони, там проходять змагання. Які висновки робите, набираєтеся досвіду з цих змагань? Конечно, и я, и спортсмены, мы набираемся опыта, видя уровень. Для меня, как функционера, это уровень проведения соревнований, какая сцена, какое освещение. До речи, если зараз вот порівняти наши змагання теж десь на уровне с международными? Они на уровне, знаете, Украины. Європейський, все-таки нам ще до європейських соревновань, ну, немножко расти і расти. Ми теж приїжджаємо в Польщу, там проходить Diamond Cup часто. То ви розумієте, це тисячі квадратних метрів, там виставка, там 1500 квадратних метрів, це тільки виставка спортивного питання, одежди, потім дуже велика сцена, на яку можуть поміститися одразу там до 50-60 спортсменів. Размещение судей, да, идет каждый столик отдельно, чтобы мог судья сидеть, смотреть, не было там переговоров и всего остального. У нас даже нет таких помещений. Мы все-таки работаем, да, как ни крути, там Советский Союз, но мы должны отдать должное. Мы работаем в тех ДК, которые построены в Советском Союзе еще. Новых помещений, строений вот такого формата у нас, увы, нет. И попадая туда, понимаешь, куда нам еще расти. До речі, ви були на Арнольд Класік. Вдалося поспілкуватися з легендою, живою іконою бодібілдингу Арнольдом Шварценеггером? Да. Особисто. Це було всього 3 хвилини. У нас була совместна фотографія. Ви знаєте, так вистроїлись функціонери, так можна сказати, в чергу, щоб сфотографуватися з легендою. Це кумир многих. І я знаю ребят, які прийшли в бодібілдинг по фільмам, побачивши Шварценеггера, там, «Термінатор» його фільм, або «Конан Варвар». Восхищення. И пришли в спортзал заниматься бодибилдингом. Да, мне посчастливилось, мы поздоровались, пару обменялись парой фразами, но у него так расписан график плотно, что такую беседу, как мы сейчас с вами, конечно, мне не удалось. Увы, может, когда-нибудь. Но он постоянно приезжает на те турниры. Вот турнир проходит в Барселоне, Арнольд Классик, он постоянно приезжает, он награждает спортсменов, он смотрит про атлетов. Потом небольшое общение со зрителями, с публикой. И дальше есть в Австралии, в Южной Америке, в Америке. Ему приходится постоянно-постоянно куда-то перелетать, где-то быть. До речі, він же ж теж був багаторазовим чемпіоном, містером Олімпія. Так. А якщо порівняти от зірковість Арнольда Шварценеггера, є от послідовники, ну, зараз хто у світі, ну, кого у світі можна десь приблизно на той же рівень з ним поставити? Ну, взагалі... Вот кто зараз световые зірки бодибилдинга? Сейчас скажу. И до этого Арнольд Шварценеггер уже брал приклад, так можно сказать, с тех бодибилдеров, которые уже были на тот момент и выступали на Олимпии. Был Ли Лабрада, был Ли Хейни. Потом пришла эра Арнольда Шварценеггера, и потом его друг Франк Коламбо. И дальше уже после них был Дориан Яц, Ронни Колеман. Это те спортсмены, которые стали неоднократно чемпионами мистера Олимпия, так как и Арнольд Шварценеггер, он был не один, не два, не три, а больше раз –
И после него уже были такие спортсмены. Но сейчас вот прошла последняя Олимпия, буквально 2 месяца назад, она в сентябре происходит. Вы знаете, немножечко был разочарован, потому что тенденция нынешних спортсменов, она как-то спрогрессировала, нет того баланса и нет того качества. Нет, знаете, как статуэтки, смотришь на спортсмена и понимаешь, что это вот икона бодибилдинга, как когда-то был там Флекс Уиллер. Здесь, увы, пошел немножечко такой дисбаланс. Возможно, это все исправится, возможно, все-таки посмотрят на предыдущих спортсменов, которые выступали на Мистер Олимпии, с которых мы когда-то тоже брали пример. Так в чем основная разница? Масса. Нет, немає маси, не вистачає. Нет, наоборот. Очень массивный и нет гармонии, нет пропорций у спортсмена. Да, как раньше, например, узкая талия, широкие плечи. Сейчас выходит спортсмен с таким надутым животом. Тобто беруть за рахунок маси. Да, 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 да. Но нет генетически подготовленного хорошо. Они все сложены хорошо, неплохо, но они не оттачивают то, что оттачивали те спортсмены, которые были в тех же там 2005-2010 годах. Они были эталонами, они были статуэточками, я же говорю. Сейчас, увы, чуть-чуть тенденция отошла. Ну, мабуть, не все так просто. Це складно зробити. Це треба бути талантом від Богу, від Бога. Я думаю, да, будемо смотреть, конечно, но хотелось бы все-таки вернуть вот тот бодибилдинг. І наприкінці програми ваші побажання от діючим спортсменам, а також тим юнакам, от, які ну, тільки приходять у спорт, от, наприклад, у бодибилдинг. Я хотів би в першу чергу пожелать не лениться. Не думать, что сразу я пришел, и вот там, 2-3 месяца я изменюсь, я стану Арнольдом Шварценеггером. Это очень колоссальный труд. Но это окупаемость того, что ты становишься спортсменом, и у тебя первое – это дисциплина. Второе – это показать пример другим. В том же спортзале, потом на тех же соревнованиях, чего мог ты достичь за какой-то определенный период времени. И ребята, которые вот сейчас, да, только начинают, они смотрят на тех спортсменов, которые уже выступают, да, открыв рот. А как же мне так и все? Ребят, это длительный процесс, но это красивый, эстетичный спорт. Он приносит радость. Вот, например, у меня все друзья, с кем я сейчас по жизни, это все друзья по спорту. С какого-либо направления, где бы я ни занимался, где бы я ни пересекался, но в будущем процессе это все друзья остались из спорта. И они тогда что-то добиваются, потому что есть цель, этой цели ты добиваешься, есть, как говорится, поставленные задачи, есть дисциплина. И вот это стимулирует молодое поколение. Дякую за те, що завітали на нашу програму. І наприкінці програми традиційне побажання для всіх прихильників спорту. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.